Подобные неадекватные и коррумпированные сотрудники не только портят репутацию компании, но также рушат и ранят сообщество игроков. Здесь собрана информация обо всех махинациях Алексея, в том числе о тех, которыми он занимается по сей день. И я... Не, ребят, ну в натуре, вот если разобраться с Фортнайтом, вот вся в целом политика фортнайтовская, она какая-то, блядь, как невежественная, что ли, я не знаю, как это слово подобрать, она какая-то странная, мутная. Вот действительно, одному одно, другому другое, вот даже в нашем случае взять. Нас забанили, блядь, в принципе, достаточно мега, блядь, ну как, на аккаунт, на который влито до хера денег, им абсолютно плевать на это. Я уверен, к концу этого ролика вы удивитесь, насколько других не банят. Продажный. Блядь, я говорю, это просто вот, ну, мразота, которая, знаешь, вот, его, блядь, в школе нахуй там унижали, блядь, глумились над ним, блядь, 100%, блядь, знаешь, его там дрочили по полной, блядь, и в какой-то момент он такой, знаешь, блядь, где-то выловился, блядь, вот эту маленькую популярность, и все, блядь, он вознесся и такой, блядь... Это ну, кого пиздит так? Про ХС. Он про Архангела так рассказывает? Да. Ебать, блядь. Не, ну я... Да не, ну я вот, я с Архангелом общался, я точно могу сказать, он сказал, что типа его в школе унижали, я уверен, что абсолютно такого быть не может, он достаточно такой жесткий паренек, ну его вряд ли где-то унижали, нихера. Вот и знаете, вы... я вот, вот насчет Макса Типси, я помню как-то, Макс Типси же с Ирпеня вместе с Архангелом выезжал, с Игорьком. После того, ну они вместе там как-то выезжали, в общем, в Винницу куда-то, я точно не помню. Да, Винницу. И он, Макс, сразу сказал, что я вообще чуть-чуть Игорька себе представлял по-другому. Мне, говорит, с Игорьком было абсолютно максимально комфортно, и мне с ним и общаться, и время проводить понравилось. И я вот с Игорьком сколько в бильярд тот же играл, и там в гости к нему заезжал, я могу сказать однозначно, что он на стримах и в жизни – это два разных человека. То есть в жизни он мягкий, спокойный, общительный, в принципе. Ну, как совсем другой человек. Это вот на стримах он такой немножко агрессивный, немножко злобный, там хейтер в каком-то роде и так далее. Постоянно на чат пиздит. Но это, возможно, он такой образ избрал. Но в жизни он не такой. У этих людей была своеобразная дружба.